Это первая весенняя отправка в вооруженные силы. Новоиспеченных солдат с началом службы пришли поздравить более 100 человек. Родственники, друзья и, по традиции, девушки. Прозвучали и напутственные слова от представителей ветеранских организаций казачества и юноармейцев. К местам службы сочинцев отправят как на железнодорожном, так и на воздушном транспорте. Ребята пополнят ряды сухопутных, воздушно-десантных, военно-космических и ракетных войск. Имеющие специальное образование будут проходить службу в качестве механиков и водителей. Свыше 80% новобранцев будут проходить военную службу в войсках Южного военного округа. Около 100 человек отправятся в войска Нацгвардии, а 5 юношей отобраны для службы в президентском полку. Ребята подготовлены, ребята идут с желанием. Особые слова благодарности нужно выразить тем людям, которые организовали, провели данное мероприятие. Это инспекторам Министерства вооруженных сил Российской Федерации, это представителям казачьего общества, это нашим юнармейцам, это нашим контролирующим органам, военному суду, военно-следственному комитету, которые контролируют, чтобы все прошло по закону. Всего в рамках весеннего призыва сочинский военный комиссариат направит на военную службу 435 новобранцев, в их числе 8 казаков и 2 представителя юнармии. Очередная отправка 22 апреля. В целом весенний призыв завершится 15 июля.